Фигурист Роман Костомаров некогда пел оды своей любимой супруге Оксане Домниной, а теперь, после того, как она вытащила его из тяжелой комы и помогла восстановиться, он осознал, что такое настоящая любовь. Вся страна с тревогой следила за состоянием Романа, который после новогодних праздников 2023 года оказался в больнице. Ему пришлось пережить кому сепсис, ампутацию и сложный реабилитационный период. На протяжении всего этого времени рядом с ним была Оксана. Илья Авербух отметил, что если бы не поддержка Оксаны, Роман мог бы не справиться с трудностями. Она оставила все дела, отправила детей к бабушке и каждый день находилась с ним в больнице. «Я говорю Оксане, что теперь у нее не двое детей, а трое. У нее появился еще один 47-летний мальчик», — поделился Роман в интервью. Первым гостем программы стал Александр Ревва, который более 20 лет знаком с Костомаровым. Во время зимних новостей о его состоянии Ревва также думал, что Роман не справится. Больше половины страны считали, что Костомаров потерян. Все говорили, что шансов нет. А если бы не Оксана? Она потрясающая. «Спасибо таким женщинам, с ними не страшно ничего», — отметил Ревва. Обе знаменитости согласились с тем, что именно женщина делает мужчину известным и что важно найти спутницу, которая всегда поддержит в трудные времена. Что касается Оксаны Домниной, то все эти полтора года она продолжает быть опорой для Костомарова. Фигурист вновь учится ходить на протезах и постепенно привыкает к новой жизни. Он уже водит автомобиль, играет в футбол и даже теннис.